Предпринимательская деятельность, нацеленная на смягчение или решение социальных проблем. Так определяют социальное предпринимательство словари. Звучит красиво, а главное – полезно. На деле же это очень сложный вид бизнеса, и без серьезной поддержки здесь обойтись трудно. Центр инноваций социальной сферы Волгоградской области накануне выступил одним из организаторов бизнес-лекции для социальных предпринимателей, а также для тех, кто только хочет ими стать. Главным образом – это консультационная и информационно-аналитическая поддержка. В рамках нашего центра оказывается поддержка социальным предпринимателям нашего региона. Те, кто уже существует в этом бизнесе, либо те, кто собирается из традиционного бизнеса перейти в социальный бизнес. Сегодня на акселерационной программе расскажут подробно участникам, кто такие социальные предприниматели, какие они имеют преимущества, чем отличаются от традиционного бизнеса и о каких мерах государственной поддержки они еще не знают, но они существуют на данный момент. На первый модуль программы «Социальные инновации и бизнес» старт пришли порядка 50 волгоградцев, у кого уже есть свое дело и те, кто о нем только мечтает. Последним рассказали об облике социального предпринимателя и о том, чем он должен заниматься. Курс направлен на получение волгоградцами необходимых знаний и повышение уровня грамотности будущих бизнесменов социальной сферы. Социальный предприниматель – это прежде всего предприниматель. Во-первых, он решает общественно значимую, назревшую, актуальную социальную проблему в регионе. А во-вторых, он как предприниматель зарабатывает деньги. То есть, например, социальный предприниматель открывает школу-студию танцев для людей пожилого возраста. То есть у нас это актуально, да, во-первых, заинтересовать людей, да, собрать их вместе воедино. Во-вторых, это будет не рыночные цены, это будет значительно ниже цены, чем на рынке. Да. Предприниматель получает субсидирование, возврат денежных средств, если он обратится и встанет в реестр поставщиков социальных услуг. Познавательный модуль от ЦИС проходит в рамках образовательного проекта в формате нетворкинга «Точка кипения». Большинство тех, кто пришел сегодня на первой лекции, уже составил для себя график последующих образовательных курсов. Наша программа занимается распространением наших языковых курсов в категории граждан 50+, чтобы легче было гражданам данной категории получить доступ к языковым услугам, чтобы образование у них не заканчивалось на определенном этапе. Собственно, вот это мы и хотим донести до слушателей. Мы сейчас, в данный момент, пришли на первое мероприятие. Мы хотим узнать, что еще может предложить наш город. И также, конечно же, поучаствуем в других программах. Среди участников сегодняшнего мероприятия оказались и уже опытные социальные предприниматели, которые готовы поделиться своими знаниями и рассказать, через что им пришлось пройти на пути построения своего дела. На первом же модуле волгоградским слушателям выпала возможность перенять бесценный опыт от коллег со стажем и экспертов. Например, Диана Куц много лет проработала в сфере социального предпринимательства и зарекомендовала себя как профессионал в сфере бизнеса. Работы и деятельности социального предприятия. Если нет этого социального эффекта, то это предприятие мы не можем называть социальным. Диана создала словесный портрет социального предпринимателя и предприятия. Узнать об этом специфическом бизнесе волгоградцы в любое время могут и в Центре инноваций социальной сферы. Его специалисты уже много лет формируют условия по обеспечению реализации проектов, направленных на решение социальных проблем. Основными целями центра являются налаживание взаимодействия и интеграции социально незащищенных категорий граждан в общественную и экономическую жизнь региона, а также стимулирование бизнесменов к созданию новых рабочих мест. Диана Бакулина, Максим Мещеряков, телеканал «Волгоград-1».